Табели о рангах на первой строчке, они... Сейчас темные лошадки из Одинцова. Вот третье место в оригинальном танце, в шорт-дэнсе. Замечательные ребята. Тренер Алексей Горшков и Сергей Петухов, хореограф. На мой взгляд, очень интересная произвольная программа. У меня очень теплое отношение к этой паре. Я столько у них злоключений в нынешнем сезоне. Ой, да, ломали все себе. Да. Потом эти проблемы с... Да. Ритмом. Да. Давайте влетели. За них поболеем. Давайте за них поболеем. Глубокие ребра. В оригинальном танце они получили третий уровень, одни из немногих дорожки. Очень чисто скоба исполнена. Посмотрим, как сегодня к ним отнесутся. Третьего поставили. Но это хорошо. Это очень хорошо. Было что? На гран-при? Четвертый уровень. На гран-при, потому что занизили вот эту поддержку. Нет, здесь поставили все. Идеально исполнены твизлы. Пошел. Держаться, ребра надо делать все. Под усталость немножко это все уходит. Третьего тоже. Поддержка четвертого. Идут пока очень хорошо. Не сглазить бы. Шикарный прокат. Шикарный прокат. Поздравляю ребят, независимо от того, какое они место займут. С такими уровнями можно претендовать на все, что угодно. Единственное, что мне не хватает в этой программе, это скорости. Тут какой-то вот передвижение.